В России наступило время удивительных новинок. То, что невозможно привезти официально, теперь приходит методом параллельного импорта. А то, что запрещено импортировать по параллельным схемам, доставляют частники. Вот наглядный тому пример. В этом году российский офис Geely обещал привезти флагманский кроссовер Синьюэ L. Это самый крупный автомобиль, построенный на компактной вольвовской платформе CMA. Перед российским дебютом одноклассника Hyundai Santa Fe успели переименовать. Он будет называться Monjaro. По официальной версии это должно напоминать о самой высокой горе Африки – Килиманджаро. Более того, для нас даже провели сертификацию одной версии – с двухлитровым турбомотором, восьмиступенчатым автоматом iSyn, а также полным приводом, реализованным через многодисковую муфту, что подключает заднюю ось. Формальных препятствий для премьеры нет. А пока представительство оттягивает начало поставок, насытить рынок решили частные продавцы. Таких предложений совсем немного, но они есть. Скажем, во Владивостоке Geely Monjaro отдают за 3 миллиона рублей. Правда, это более скромная версия, чем та, что получила российский сертификат. С менее мощным движком, семиступенчатым преселективом и передним приводом. На экземпляры, идентичные сертифицированным, цены колеблются между 4 и 5 миллионами. И поскольку объявления периодически исчезают, очевидно, что эти машины находят своих владельцев. А еще автосалоны предлагают другой экзотический Geely — кроссовер Atlas второго поколения. Его китайское название — Boyue L. На родине модель дебютировала лишь этим летом, а российские частники уже принимают заказы. Сразу уточним, что новинка принципиально отличается от нынешнего Atlas. Она сильно крупнее, а в ее основе лежит шведская архитектура CMA, о которой говорилось ранее. Ну и дизайн оказался совершенно иным. Кроме того, из интересного отметим сенсорный планшет диагональю около 13 дюймов, заменивший собой традиционную центральную консоль. На него возложено управление климатической установкой, штатной медиасистемой и другими функциями. В плане техники — те же двухлитровый турбомотор, семиступенчатый преселектив и передний привод, которыми располагает ввезенный частным образом Monjaro. И цена — аналогичные 3 миллиона, если выписывать кроссовер на Дальнем Востоке. К слову, о поставках этой модели московский офис Geely пока даже не заикался. А значит, фанаты китайского автопрома могут легко заиметь абсолютнейший эксклюзив, правда, лишенный полноценной заводской гарантии.